После зимы дороги оголили свои дефекты, и дорожные службы приступили к восстановительным работам. Бригады рабочих ремонтируют улицы, дороги, проезды и обновляют бордюры. Кольцо на пересечении Юбилейного проспекта и улицы Дружбы – одно из самых оживленных участков в Химках. Сегодня здесь устраняют порядка 10 ям, как и во всех микрорайонах округа. Ежедневно устраняют до 200 поврежденных участков дороги, а с начала апреля это порядка 1000 ям, которые заделывают рабочие в Химках. Ямочный ремонт проводят и во дворах. В ближайшее время дорожные службы проведут восстановительные работы по 40 адресам, а это 39 тысяч квадратных метров. Также будет проведен капитальный ремонт дорог, 9 дорог, 6 муниципальных, 3 региональных. И постоянно мы сейчас ведем мониторинг ям на дорог, также выявляем ежедневно, плюс жалобы жителей, оперативно реагируем. Дорожное полотно обновят на улицах Панфилова, Пролетарской, Юбилейном проспекте, Вашутинском шоссе, Молодежном проезде, на участке Покров-Веревское, а также на Международном шоссе, пересечении Лихачевского шоссе и трассы М-11 Нева и путепроводе Пекино-Поярково-Мышецкое. Общая протяженность дорог – 23 километра. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.